Государственное коммунальное предприятие «Тарасу» бесперебойно обеспечивает население города питьевой водой, осуществляет прием и отвод канализации за пределы территории областного центра. И каждый год данное предприятие переходит на новый этап развития, закупает современное необходимое оборудование для наиболее интенсивной работы учреждения. На территории предприятия состоялся пресс-тур, где рассказали и наглядно показали, какую работу выполняет государственное коммунальное предприятие «Тарасу», а также о новшествах системы водоснабжения. Все подробности в нашем материале. Государственное коммунальное предприятие «Тарасу» обеспечивает всю нашу область водой с 1958 года. На сегодняшний день предприятие обслуживает 94 214 абонентов. Из них 90 127 являются жителями города, 4 087 – юридическими лицами. Рост по сравнению с прошлым годом составляет 612 абонентов или 1%. Об этом рассказали журналистам на специально организованном пресс-туре «Тарифное регулирование в сфере оказания услуг водоснабжения». Целями данного пресс-тура является ознакомление населения и потребителей с работой субъекта естественной монополии, в данном случае ГКП «Тарасу», о проводимых работах по исполнению инвестиционных программ, реализация которых направлена на улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного предоставления услуг, снижение нормативно-технических потерь, проведение ремонтно-профилактических работ, снижение количества аварий. В состав водообеспечения входит 93 водозаборных скважин. Из них 21 находится на головном водозаборе села Жалпак-Тубе, 29 на юго-западном села Кумшагал, расположенных на территории города, 43 локальных скважин. Кроме того, здесь созданы все условия для интенсивной работы организации. Например, в прошлом году в целях реализации проекта по обновлению машин и механизмов предприятием приобретена техника на 70 133 тысячи тенге. В частности, автомобилей 3 единицы, автобусы УАЗ в количестве 2 единиц и 4 вахтовых автобусов для ремонтно-восстановительных работ. Кроме того, на предприятии была открыта испытательная лаборатория для контроля качества воды, источников питьевой воды и промышленных отходов. Приобретено оборудование на сумму более 5 миллионов тенге. Город разбит на 16 районов, поэтому весь город в течение месяца охватывается. И анализ питьевой воды всего города мы в течение месяца проделываем. Эта лаборатория оснащена необходимыми средствами, измерениями, испытательными оборудованиями. Они все прошли, имеют аттестат, это сертификат соответствия, прошли они поверку, и поэтому работа проводится на должном уровне. На сегодня существующие измерительные приборы и испытательное оборудование обеспечивают полноту и надежность всей работы предприятия. Помимо этого, проведена работа по открытию колл-центра, куда жители города могут позвонить и получить информацию по всем вопросам. При наборе номера телефона автоответчик распределяет обращение по видам услуг согласно выбранного абонентом номера клавиатуры. Альфия Мингазова, Санат Аралбек, Димаш Абдирахманов, 77 News.